Всем привет, меня зовут Татьяна Тайга, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале Trip, где я рассказываю про наши семейные автопутешествия с тремя детьми. Но сегодня речь пойдет не про путешествия и не про детей. Контент будет посвящен шопингу, который состоится в торговом центре Terra City. Находится он в Анталии и является одним из самых крупнейших торговых центров. А все потому, что сейчас в Турции проходят колоссальные распродажи различных брендов, и цены, и скидки просто воодушевляющие, просто классные и впечатляющие. Поэтому мы сегодня прошвырнемся в Zara, мы сегодня прошвырнемся в Massimo, в H&M. Если что-то еще будет классное, то обязательно зайдем и туда. Я покажу вам модели, я покажу вам цены, я покажу вам скидки. В общем, друзья, оставайтесь на канале, будьте со мной до конца, это будет очень интересно. До связи! Я зашла в торговый центр, естественно, он выглядит как любой типовой торговый центр, ничего в нем супер восхитительного, вау, нету, но самое классное вау в том, что сегодня среда, 10 часов утра, и совершенно нет людей. И я могу спокойно, без толкотни, суеты и толкучки, базироваться в этом торговом центре и делать для вас интересное видео. Естественно, Турция – это страна, где массово представлена какая-либо модная среда, начиная с местных локальных брендов, заканчивая мировыми. Как говорят многие в интернете, Турция – это один огромный базар. Кстати, господа Манго. Я так понимаю, что это не самые, что ни на есть, распродажные цены. Потому что распродажные цены были в Заре, и я посещала этот магазин в прошлые выходные. Хочу сказать, что цены меня очень удивили, соответственно, именно поэтому я решила сделать этот видеообзор. Hello, can I record a video for YouTube? No problem. Thank you. Так, господа, ну, как всегда, Манго всегда была очень интересная, качественная одежда. Ну, не назову ее суперкачественной, но что-то в ней притягательное было. Я здесь не вижу особенных распродаж. Цены, я так понимаю, не самые, что ни на есть, привлекательные по сравнению с распродажами, сейчас проходящими в Заре. Знаете, самое классное, когда вы заходите в любой магазин и снимаете, просто спросить разрешение. Тогда вам будет снимать легче, потому что это разрешение получено, и вы уже понимаете, что... Вот видите, какие классные юбки, по 249. Вы понимаете, что это разрешение получено, и перестаете стесняться. При записи видео с 40% скидками вот такие вот различные брюки. 40% скидка, цена, посмотрите, вот Манго со скидкой получается 769. Все умножаем на 3,6 и получается рубли. Пожалуйста, вот еще брючные варианты тоже со скидкой. Я так понимаю, что вот этот зал как раз таки для скидок и представлен непосредственно. Ну, мы не будем зацикливаться на Манго. Я все-таки думаю, что самое интересное – это Zara. Поэтому мы, соответственно, к ней и движемся. Обязательно сегодня зайдем в Massimo. У меня есть одна небольшая мечта. Я надеюсь ее осуществить. Возможно, мы с Massimo и начнем, потому что он прямо по курсу. Стоит задача попробовать в Massimo еще и, плюс ко всему, прибарахлиться. Он очень популярен был в России, люди обожали этот бренд. И я так понимаю, что по-прежнему многие байеры отправляют в Россию это замечательное произведение искусства, потому что и лекала, и сами модели в Massimo всегда были очень интересны, как в моменте экстравагантные, где-то консервативные, и отличалось всегда все качеством материалов. Вот, пожалуйста, 4300 лир, умножаем все на 3,6, вот такое вот замечательное кожаное пальто с отливом. Сейчас все очень модно, то, что с отливом. А, смотрите, какое потрясающее тоже кожаное платье.
почти 9 тысяч лир. Умножаем опять-таки на 3,6. Вот еще одно тоже интересное, достаточно экстравагантное, но при этом очень модное пальто. Оно тоже стоит почти 6 тысяч лир. Обратите внимание, какое оно модное, с красным цветом и бодрым отливом. Вот еще один из модных образов. Мне очень нравится, когда в классическом базовом варианте гардероба это джинсы и кожаная куртка, жакет, есть такие вот интересные яркие элементы. Вот смотрите, футболка за 699, сумка с ярким принтом вообще 69, вообще всего лишь 69. Кожаная куртка, джинсы. Джинсы стоят 1120. Кстати, абсолютно адекватная цена. Потому что Massimo, как бы, ну, всегда ценовая категория была чуть выше, нежели, допустим, Zara, ну, или H&M, что сравнивать. Потом пошлите дальше. Сейчас очень актуальны такие маленькие сумочки дамские. Интересный формат пальто. Смотрите, воротник немножко отличается от качества материала. И в целом очень приятный материал. Почти 8 тысяч лир. Здесь вот стенд с распродажами. И мы сейчас пройдемся с вами по этим распродажам. А у меня основная цель визита в этот магазин – это вот этот вот потрясающий синий с отливом костюм. Сейчас очень модно все то, что с отливом. И если раньше это вызывало ощущение дешевизны, то сейчас вот это все очень и очень модно и стильно смотрится. Именно ради этого костюма, можно сказать, я и зашла в Massimo, потому что у меня есть огромное желание его приобрести. Я на него положила глаз еще до того момента, пока на него была скидка и распродажа. Сейчас на него 40% скидка. И просто грех не купить, но предварительно нужно померить, что мы, собственно, с вами сейчас и сделаем. Так, ну что, я вам показывала о том, что здесь есть классные рубахи, классные платья сейчас со скидкой. Смотрите, какая замечательная цена. 1269 за вот это вот платье. Смотрите, какое длинное, каким интересным разрезом. Потом потрясающие рубахи. Жатанки, мягкие. Еще, кстати, мне здесь понравилась сетка. Вот, замечательная сеточка. Просто вау. Так, отправляем. По очень хорошей цене, 799 лир. Классика жакет. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Со скидкой 1999 лир. В целом, мне всегда нравились модели в Massimo. И мне нравится, что сейчас в моде яркие принты к базовому гардеробу. Допустим, как здесь, в случае с этим вариантом. Брючный костюм, да? Брючный вариант, топ и брюки. И вот такой красивый, яркий, зеленый жакет. Я думаю, что это уже из новой коллекции, он, естественно, без скидки. 299. В целом, Massimo меня порадовал. Особенно тем, что есть скидка на вот этот замечательный костюм. Так, мы сейчас зайдем в мужской отдел буквально ненадолго. О, господи, какая прелесть. Просто прелесть. Ненадолго зайдем для того, чтобы присмотреться на цены мужские коллекции. Не могу открыть. Ой, какой замечательный шарф. Что в мужском зале есть тоже со скидкой. Я думаю, что многим мужчинам тоже это актуально. И вообще Massimo очень славится мужскими именно брендами, мужскими коллекциями. Вот такая вот замечательная курточка, тоже классика, 2999. Ну, естественно, рубашки, жакеты, обувь, ремни. Так, что у нас здесь? Здесь у нас такое твердого материала, из твердой ткани, тоже как жакет, 1799. Ну и там, естественно, представлен зал, в котором уже вся мужская коллекция в полном объеме. Давайте посмотрим, по какой цене брюки.
999. Прекрасно. Кстати, покажу вот такую еще кожаночку, косуху. Но не вижу на нее цены. Очень жаль. Очень жаль. В общем, мне всегда Массимо нравился тем, что он консервативен, тем, что он лаконичен, без лишних деталей, но при этом очень-очень стильный. Вот эти сумки мне тоже нравятся. Прекрасно. Так, давайте посмотрим, какая на нее цена, на эту сумку. Пока что безуспешно. Почему-то цен нет. Очень странно. Недоработка продавцов. Нету здесь цены с этикеткой. Вот еще сумочки, которые, кстати, тоже выглядят просто потрясающе. Кстати, я не успела там записать артикул по футболке. Вернусь и сделаю это. Сколько народу уже в Заре время, раннее утро для шопинга, так совсем раннее. Ну, естественно, Зара — это всегда мод, про моду, про стиль, про блески, про всякие там моменты, которые связаны с принтами. Так, ну что, будем смотреть. 999 со скидкой. Вот такая замечательная сетка. Просто потрясающая, на самом деле классная. Друзья, 799. Мне нравится. Так, что-то здесь из супер яркого цветного. У них сейчас вот эти вот рубахи со скидками. И они тоже очень недорогие. Выходят со скидкой. Так, где у нас цена? Ну, здрасте. Давайте возьмем другую модель. Из этого же стенда. Ну, допустим, вот эту. Цена 499, как вы можете видеть. И вот такая вот яркая рубаха с запахом. Что у нас здесь есть еще? Вот такие более неяркие варианты. Вот, к примеру, цена 599. Пуговички очень интересные, смотрите, переливающиеся. И нет такого полностью заполненности по ярким-ярким цветам. Хотя это сейчас актуально. Яркие принты, возвращаются огурцы. Вот вообще цена 259 за все вот это. Вот классический горох в неклассическом представлении. Интересная очень туника. Не туника, а как это называется правильно. Господа, напишите в комментариях для меня, не осведомленный, как это называется правильно. В общем, цена 259 вот на этот весь стенд. Вот такая вот интересная рубаха. 259. Очень доступная цена. Я говорю, что в Заре, конечно, скидки просто неистовые. Так, что у нас здесь? Здесь у нас корсеты. Я так понимаю, цена примерно та же, что и на прошлом стенде. Вот тоже еще одна рубаха с модными, как в моем детстве раньше ходили, абажурами на 1 сентября в школу. 299. Так, ну и с отливом вещи, конечно же, тоже есть в Заре, потому что Зара сейчас тоже, всегда тоже в... на ногу с модой. И стоит эта красота 499, даже без скидки она столько стоит. Здесь стенд, я не знаю, что за свалка всего, чего только можно. Вот тоже 299, огромное количество всяких разных рубашек и горох, и однотонные, с отливом, и с цветочками, и с ажурчиками, все, что хочешь. 359 и целый ворох всего, чего только можно пожелать. Ну вот смотрите, 459 хбшечка. Хлопчатобумажная ткань. Это уже какая-то синтетика, ну и сам цвет, конечно, не самый что ни на есть впечатляющий. Какой-то борщеватый. Ну, вот видите, какое количество рубах с отливом, как их много, и они в разных цветах представлены. Так, ну что они у нас стоят? По 359.
принципе, неплохо. Мне нравится, что пуговицы тоже в тон. Оставляем это здесь, потому что мне одной рукой неудобно все повесить на место. Извинят меня сотрудники Зары. Так, здесь тоже у нас вся новомодная, укороченного формата одежда верхняя. Топы, корсеты. Тоже они разноцветные и очень классные. Кстати, в Заре очень удобная обувь. Вот не раз слышала от знакомых, от друзей, что у нее очень удобная посадка, и люди носят эту обувь, радуются, потому что она совершенно, ну, как бы не доставляет дискомфорта. 199 за классические туфли на танкетке. Так, стенд у нас со скидкой на брюки. Он такой переворошенный. Классические серые брюки 499. Брюки с отливом, конечно, не то качество, что в Массимо. Далеко не то. А даже кожаные есть, смотрите. Красные кожаные брюки. Красные кожаные брюки. Цена на... Так, что это? И цена на них сейчас раздобудем. Я снимаю одной рукой все беру, поэтому, друзья, прошу прощения, если камера будет не всегда четко записывать. 499 за кожаные брюки. Давайте посмотрим, по какой цене с отливом брюки. Ой! Так, за 499 одной рукой не получится. Так, ну что, это у нас пошли джинсы. Джинсы по 399, разные черные, с какими-то вон полосками. Потом такие не очень по качеству. Вот такие вот яркие, цветные, напоминающие о том, что Турция находится на побережье Средиземного моря. Ну, естественно, классика. Варенки за 399. В принципе, норм, мне нравятся и сами джинсы, и цена на них прикольная, хорошая. Надо мерить, чтобы смотреть, как посадка, как модель на тебя садится. Ну, розовые тоже по 399. И синие брюки. И вот такие вот еще тоненькие, легкие, белые. Тоже по 399. Все по 399. Еще целый стенд с брюками. 359 лир стоят они. Вот здесь уже такие цветные хлопчата бумажные, легкие летние. И не только, еще есть синтетика, есть атлас, куча всего другого. Давайте посмотрим, подтверждены ли те цены, которые указаны сверху на ценниках. Даже дешевле, 299 за вот эти брючки из хлопка. Не цена, а сказка. Даже вот такие, смотрите, есть сетки. Давайте посмотрим, сколько они стоят и что они из себя представляют. На суперфигуру, супер девушки. Так, давайте посмотрим, почем. Вот такая сетка. На лето, чтобы все продувалось, просвежалось. 199, господа. Дальше подороже идет стенд за 499 и за 599. Но тут какой-то супер борщ, потому что это такая ультрамода из 90-х, я бы сказала. О, слушайте, ну вот это классно на самом деле, потому что если это правильно подать, то эта юбка была бы восхитительна и классно бы смотрелась на какой-то супер бизнес-вумен. За 459, честно, мне очень нравится. С красивой обувью, с красивой блузкой, классной сумкой, это было бы очень здорово. Так, едем дальше. Пойдемте в следующий зал. Давайте вот пройдемся все-таки в ту сторону, там, где еще есть скидки. Здесь, я так понимаю, скидок нет, это уже базовая цена. Здесь новые коллекции. Здесь, по всей видимости, тоже новые коллекции. Слушайте, ну я хочу сказать, что Зара, в которой я была предыдущие выходные, она была больше по размерам, чем эта в Террасити. 659, но это уже без скидки. Вот на такую новую коллекцию. Мне кажется, что новая коллекция всегда выглядит чуть более свежей, потому что она еще не затасканная, не затертая руками, и выглядит все так свеженько, чистенько, красиво, нежели вот все то, что уже на распродаже. Вот сразу видно, что новая коллекция. 859 за вот это замечательное платье. Слушайте, даже без скидки цена прекрасна. Так, жакеты, базовые гардеробы.
брюки. Давайте посмотрим, цена на брюки без скидки 3559, что, в принципе, тоже норм. Так, здесь у нас мужской отдел, мы в него зайдем чуть позже. Закончим сначала с женскими делами. Вот, смотрите, какие классные хэбэшки, короткие рубашки. Совсем коротенькие, по 499. Не очень люблю хлопковые рубахи, потому что за ними очень сложно ухаживать и отутюживать их, отпаривать. Поэтому предпочитаю что-нибудь все-таки более синтетическое, что ли, такое струящееся. То, что не требует супер-супер ухода в плане отутюживания и отпаривания. Жилетки. Верхняя одежда. Так, ценника нету, его уже сорвали. Ну вот, чтобы вы понимали, здесь 2999 примерная цена. Так, что у нас тут? Деловой гардероб. Все, что связано непосредственно с жакетами и, опять же, рубахами. Вот такое гораздо лучше заходит мне, потому что отпарить такое очень просто, нежели отпарить, допустим, хлопчатобумажную рубаху. Так, вот, кстати, там, в той Заре, которая была у нас в Мигрос Анталия, так называется торговый центр, она была больше, там было очень много брючных костюмов. Здесь их мало, либо я еще их просто не увидела и не нашла. Ну, как всегда, Зара славится большим количеством аксессуаров. Помните, такие вот мы плели в детстве, фенечки мы их называли. А сейчас их продают в Заре, плетут их китайцы, по всей видимости, либо специальные машины. Так, базовые водолазки, или по-другому бадлон, как любят говорить в Петербурге, 499. Так, вот такая модная штука за 1099. Мне нравится, как это выглядит. Это очень стильно. Так, шапки, пойдемте еще подойдем вот к этому стенду. Он тоже подразумевает скидки. 299 цена на распродаже. Но вот это все я даже никогда не смотрю, не знаю, кто это покупает. Но, видимо, какие-то совсем молодые зеленые девочки. Вот такое вот платье 299. Больше как сорочка, да, выглядит. Я бы себе купила для того, чтобы спать в ней, быть красивой по вечерам перед сном. Что еще? Вот такое интересное платье. Давайте посмотрим, сколько оно стоит. Делаем на него обзорчик. И сколько же оно может стоить? 499, друзья. В принципе, не так уж и дорого. И тоже в плане ухода оно должно быть непритязательным. Так, что у нас еще? Вот это, конечно, жесть. Я вообще не знаю, как с этим справляться после стирки и добывать эту вещь. Вы должна быть какая, должен быть сушильно-отваривательный шкаф, куда вы загружаете вещи на плечиках, а они потом выезжают оттуда уже сухие, чистые и отглаженные. У нас раньше, когда мы жили в России, была сушильная машина. Мы, конечно, не могли ей нарадоваться, потому что это очень крутая штука. И мы активно ею пользуемся. Но такие вещи в сушилке, конечно, не посушишь. 399, вот такая вот шелковая тоже туничка. Классические тоже узоры в виде гороха. Так, что еще тут? Ну, как всегда, модные примодные платья для вечерних коктейлей. Смотрите, какая прелесть. Давайте я это вам тоже покажу, что стоит. 399. В принципе, для девушки настроенную фигуру, вечерний выход в ресторан. Почему бы нет? Так, как вы видите, я совершенно не стесняюсь записывать. У меня нет никакого в этом плане комплекса, потому что я, во-первых, спрашиваю всегда разрешение, и мне от этого становится проще записывать. Во-вторых, как бы в этом нет ничего зазорного, и таким образом бренд развивается, когда о нем рассказывают другие люди. Кожаное платье по цене 399. Посмотрите, как оно классно выглядит. Слушайте, я бы его померила. Мне очень интересно, как оно на меня сядет. Так, что еще могу вам показать здесь из этого? Мне нравятся вот такие вот вещи, очень классно они смотрятся. Тоже строгие, модные и лаконичные. Их можно дополнять какими-то интересными деталями, шарфами, бижутерией. И цена без скидки 399. Так, вот тут дальше идет Zara Kids, мы обязательно в нее проникнем, не переживайте. А перед этим мне нужно все-таки померить джинсы. Я сейчас их выберу и обязательно померю.
Друзья, я решила себе купить вот такую вот рубаху. Я думаю, что вы уже догадались, для чего и для кого и под что. Классическую по цене 659, в разы дешевле, чем Massimo. Massimo она стоила 2000 рублей. По качеству одна и та же. По лекалу и дизайну тоже одинаково. В общем, беру Zara, а костюм возьму Massimo. С доставкой надо. Ну что, пошлите в Kids, но здесь есть слева еще отдел женской. Я так понимаю, верхние преимущественно одежды и базовой одежды на распродаже и всякой летней яркой. Что, давайте быстренько по новой коллекции, что вообще сейчас Zara привезла, как всегда, свои все моднявки с бусинками, с блесками и так далее. 559 за вот такую малышку с интересными бусинками. Вот такая же есть в черном цвете по этой же цене. Интересная вот такая кофта. Платье-халат 659, да, едем дальше, пуховики укороченные, которые сейчас модны, 1099, всякие такие штуки для стройных барышень, к которым я тоже буду очень стремиться попасть в ряды, 659, здесь тоже есть джинсы, но мне не нравится то, что они заужены, мне что-то хотелось бы такое более шароваристое, наподобие вот этого, наверное, да. Я так понимаю, что вот это больше джинсы-труба. И я думаю, что они бы подошли мне больше. Они из новой коллекции. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Они стоят 559 лир, то есть в районе 2000 рублей. Слушайте, качество неплохое. Базовые джинсы выглядят неплохо. И как раз-таки они вот той самой трубой, которая мне нравится. Надо взять померить обязательно. Только не 36 размер, увы, а 38. Ведь когда-то я носила 32. Ну и многие, кто... Блин, я особо люблю примерочные, толкаться там, но придется померить, потому что джинсы мне в любом случае очень нужны. Так, складываем это все на руку. Конечно, видео записывается с этим багажом не очень удобно, но что делать? YouTube требует жертв. Вот такая интересная комната, такая, знаете, типа на какую-то собачку похожа. 429, но для модных дам очень даже ничего. Вот такой пуховик чуть более, нет, не длинный. Я думала, что он подлиннее. Цена 1099. Пуховичок асфальтного цвета. Это уже с восточным мотивом. Вышивка. Здесь у нас боди. Боди. Посмотрим, по какой цене. Эсочка 359. Показываю вам. Вот, пожалуйста, кто-то уже приготовил для нас кофту, чтобы мы сделали на нее обзор. Цена у нее со скидкой 399. Выглядит она вот так. Вот такая вот интересная есть кофточка, туничка. Топ. Это с летней коллекции осталось. Но я не знаю, для Анталии, наверное, вообще не актуально. Здесь 40 лет летом. Даже в такой туничке будет жарко. Цена 399. Так, едем дальше. Что у нас тут? Кстати, в прошлый раз мерила вот эту вот белую юбку. Очень понравилась. 799 она стоит. Слушайте, мне кажется, она была со скидкой. Я могу ошибаться. 799 за такую вот удлиненную юбочку. Я такая вся в шмотках и еще и с юбочкой. Так, ну что, здесь тоже брюки. Их много. Опять-таки джинсы. Огромные объемные кофты, которые сейчас очень модные. Вот такая вот. Абсолютно неинтересная, скучная за 199 туничка. Здесь, я так понимаю, по 159 топы, летние топы. Все, кстати, на самом деле самое время одеваться на лето, вот, покупать такие легкие летние вещички по очень приемлемым ценам. Вот здесь вообще 129, укороченные топы, 129 черного цвета и всякого, какого только хотите. Я знаю, что очень многие мамы девочек любят одевать в Заре именно девочек. А раньше я одевала мальчишек всегда в Next'е. Но Next'а в Турции нет. Вы можете себе представить? Next'а, кстати, какая модная сумочка для подростка. Так, что у нас здесь есть? Такая вот модная курточка на девчушку. Стоит она
799. У меня малышка еще совсем маленькая, и мы в прошлый раз купили ей тоже в Заре некоторые вещички. Нам они понравились. Смотрите, какой интересный тоже костюм. Посмотрим, какая на него цена. 379. Это без скидки. Я думаю, что штаны еще отдельно. Смотрится неплохо. Господи, эти мимимишные джинсики малюсенькие. Так, почем давайте посмотрим курточки на подростков. Так. 849. Ну, не на подростков, на малышей еще, но уже таких побольше. Так, что у нас здесь? Слушайте, ну почему-то как-то не совсем все детским попахивает, хотя я просто мама маленьких еще пока детей, и мне кажется, что должно быть что-то совсем малюсенькое, мимимишное, а все такое есть, в том числе подростковое. Так, ну это у нас уже пацанячьи коллекции пошли. Давайте посмотрим, почем футболки на мальчишек. Со скидкой по 169. По 169. Ой, прикольные какие футболочки. На спине тоже интересные принты. Так, обувь. Пацанячья. Кроссовки. 399. 399 кроссовки. Такая кофта. 379 на мальчишку. Не переживайте, в женские, детские, девочкины тоже отделы пойдем. Так, давайте жилетка. 399. Так, что у нас здесь? А здесь у нас тоже всякие мальчуковые штанишки. По 119, потом рубашечки. По 149. Такие милейшие. Ой, какая прелесть. Смотрите, какие курточки. С капюшончиками, такие формат 90-х, да? 349. Такая курточка. Вот более стильная, модненькая. Она уже 349. И тоже выглядит очень даже неплохо. Малыша можно красиво нарядить. Так, едем дальше. Ну, все, пошла розовая история. А и вот как раз таки костюм. Я так понимаю, давайте посмотрим, сколько стоит костюм. 17 евро, господа, стоит костюм. Это сразу уже комплект на девочку. Вот такая джинсовая мода. Она у нас 429. Вот такое вот платьишко интересное. Милейшая кофточка на малышку. 229. Но это без скидок цены. Я думаю, что можно... Вот, смотрите, какой комплектик классный. Такая юбочка и вот с лебедем кофточка. Цена за комплект 349. Потом вот такие куртки для девчонок, 649. Здорово смотрится обувь, это вообще просто милота. Комбинезончик 499. Так, еще одни интересные кофтечки для модных девчульшек. 379 цена. Вот такая вот интересная стеганая, как будто бы стеганая куртка. Она 649. Она 649. Идем дальше. С далматинцами интересные тоже кофточки. Такие утепленный вариант. Они по 279, господа. Джинсы. Розово-ягодные. 379. Ой, господи, какая прелесть. Ой, господи. Как я люблю вот это вот все. Это же просто милота. В прошлый раз, когда мы были в Заре, мы купили нашей малышке тоже кожаные штаны. Несмотря на то, что ей всего лишь 9 месяцев, будем модничать и наряжать. Так, что с базовыми футболочками для малышей, малышек? Так, 55. 55 лир, такая вот милота. Так, если что-то берем потеплее, давайте посмотрим кофту, к примеру. Господи, как же неудобно одной рукой. А, это комплектик. Это стоит он 249. Это сразу штанишки и сразу кофточка. Мы что-то подобное купили в прошлый раз. Так, там у нас тоже много всего. Я так понимаю, вот это преимущественно для девочек. Дальше отдел для мальчиков. Пойдемте вот сюда еще пройдемся. Посмотрим здесь. Вот смотрите, какое милейшее платьишко 249. Вот еще одно такое тоже ретро-стиле. И тоже 249. Классно.
О, давайте еще платье посмотрим. Что-то кто-то здесь платьев накидал. Прям как будто знал, что мы придем обзирать. 249. Смотрите, какая прелесть. Ой, как мне нравится. Я бы даже взяла, наверное, свои малышечки. 249. Тоже не люблю набирать много вещей, потому что, ну, во-первых, это бессмысленно, во-вторых, это не экологично, и мы стараемся всегда вещи, которые у нас остались в хорошем состоянии, передавать по наследству. И сами никогда не отрицаем того, что можем взять вещи, переданные под наследство от надежных людей, которые умеют хорошие вещи покупать и заботиться о них. Очень классные платья, мне понравились. Так, что еще? Давайте посмотрим. 249, вот такая вот милейшая кофточка с таким чудным зайчиком. Смотрите, тоже какая красота. 249. То есть, смотрите, цена базируется в районе 249 за кофту, либо 250 за комплект. Вот тоже уже мальчиковая. 349, но это без скидки. Рубашечка. Кроссовки и вот такие костюмчики. Давайте еще посмотрим на пацанов. 649, вот такой вот теплый костюм, теплые штаны и теплая куртка. То есть для, допустим, зимы в Турции это более чем, вообще просто более чем. Вот такой тоже интересный стильный комплект. Так, если найду ценник, покажу, сколько он стоит. 549. Я так понимаю, что цена за вот эту куртку. И тоже на зиму в Турции более чем такой куртки. Кофта для девочек. Уютная, мягкая, за 200, тоже 49. То есть цены, вот я говорю, до 300, практически на все детские вещи, комплекты, брюки, кофты. В принципе, очень-очень достойно. Все представлено, мне нравится. Ну что, в детской Заре мы тоже побывали. Теперь мы направимся вот в эту еще сторону, посмотрим чуть-чуть подростковую Зару. Вот такая вот рубаха уже на девочку-подростка. Давай, покажись, цена. Так, 249, цена за рубаху с какими-то интересными бусинками, стразинками. Вот, тоже интересный вариант. За 299, блестящие юбки на девочек. 249, слушайте, подросток вырос, и цена не изменилась. То есть я сейчас ушла из отдела, где было совсем на малышей, в отдел на детей постарше, а цены такие же, там 249 и прочее. Ну вот 264 платья. Интересно. Вот такое интересное платье за 269, тоже на малышечку. Так, обувь для подростков, простите, по 499. Здесь у нас верхняя одежда для, тоже, я так понимаю, девочек и не только. Ну а дальше начинается уже взрослый отдел. В турецких центрах всегда очень много народу. Не в зависимости от того, скидки, распродажи, акции или еще что-то, народ снует весь день. А все это говорит о чем? О том, что в стране есть деньги, и есть деньги, которые можно тратить. Как только в торговых центрах случается супер-бум, это говорит о том, что люди тратят заработанное. А люди тратят заработанное почему? Потому что они умеют это зарабатывать. Вынуждена буду поехать в торговый центр под названием «Мигрос». Он находится уже гораздо ближе к моему дому, где я сейчас проживаю со своей семьей в Анталии. В общем, поедем туда и заодно заглянем в Зару, потому что там Зара в разы больше, чем та, в которой я оказалась сегодня. По факту здесь есть Массимо, и именно Массимо мы сегодня посетили. Он был одним из основных и важных для меня сегодня и сейчас, потому что мне нужно было померить этот голубой костюм. У меня на него виды. Ну что, давайте проникнем еще в одну Зару. Находится она в торговом центре Мигрос в Анталии. И она впечатляющая по размерам, гораздо больше, чем та, в которой я была недавно в Терра-Сити. Здесь больше ассортимент. Здесь есть даже лифт, на котором можно спуститься вниз на следующий этаж. И внизу будет детский отдел. Ну что, здесь вот как раз-таки я на прошлой неделе видела вот эти замечательные костюмы, которые мне очень сильно понравились. Пардон. Потом я видела здесь, немножечко все уже перевесили. Видела вот в этом углу. Тоже жакеты интересные. Но они уже не со скидкой, 1239. Очень классные шорты. Тоже обалденные. С этим жакетом, думаю, они смотрелись бы классно. В общем, здесь почему-то ассортимента больше. И, ну и площади магазина, соответственно, тоже больше. 429. То поехали дальше.
конечно, сегодня не столько народу, сколько было в прошлый раз, выходной на прошлой неделе, но все равно среда, и я считаю, что достаточно народу для среды, для первой половины дня. Вот интересный комплект, вряд ли он со скидкой, 499, это кофта, и к ней по плану должны идти штаны, что, я думаю, они примерно в той же самой ценовой категории, тоже 499, я была права. Интересно, классно, кстати, такие потрясающие сумочки, очень интересные. Такой вечерний вариант, причем они очень тяжелые, там такие супер увесистые. Давайте посмотрим, сколько она стоит, 29 евро. Новая коллекция. Поехали дальше. Но это тоже все новая коллекция. Сейчас очень модные укороченные рубахи. Они здесь массово представлены. Мне не очень понравился в прошлый раз жакет. Он немножечко такой, ну, скудноватый по качеству. Очень быстро потеряет внешний вид, как мне кажется. Здесь такие модные вещи, косухи. Кстати, тоже в прошлый раз на них смотрела. 800, 859 за косуху. Естественно, кожзам. Потрясающая для молодых, стильных и не очень девчонок юбка. Так, где же у нас скидки, господа? По всей видимости, в том зале, от которого я устремилась назад. Вот тоже интересная жилетка, тоже укороченная. То, что сейчас реально актуально. 659 за укороченный жакет. Идем дальше. Идем дальше. Классный вот этот белый молочный костюм, очень похож на тот, который есть у меня. У меня есть белый тоже брючный костюм. Я в нем чаще всего записываю видео на своем бизнес-канале. Кстати, пришло время его упомнить. Ну вот, к примеру, 259, мы что-то подобное с вами видели и в том отделе Зары другого торгового центра. Но, допустим, синих хлопковых рубах я не видела. 259. Абсолютный хлопок. Выглядит очень симпатично. 459 – это тоже опять всякие цветные рубашки. Такие вот резиновые, можно сказать, сапоги. Друзья, 699 – стильный классический кардиганчик, жакет. А, вот куда перевесили все эти костюмы, которые в прошлый раз мне были очень интересны. По 899 они. Смотрите, какой приятный розовый. 899 умножаем на 3,6. Цена более чем. Потом вот такая история с цветными пайетками. Тоже очень здорово смотрится для каких-то торжественных вечеров. И очень понравился в прошлый раз вот этот жакетик, чисто белый. Он тоже с отливом. Тоже 899. Так, еще появились какие-то новые жакеты. В прошлый раз их не было. Давайте посмотрим их цену. Тоже 899. В принципе, ребята, выбор здесь больше. Это Migros Анталия. И мне нравится этот магазин больше, чем тот, который был в предыдущих видео. То есть Terra City мимо по сравнению с Migros. Прям мимо. Мы сейчас зайдем, и я вам покажу, по каким ценам вообще представлена одежда именно детская в Вайкики. Потому что взрослые, ну, скажем так, качество не самое лучшее, хотя модели есть интересные. Вот, давайте сейчас покажу вам детский отдел. Что мне нравится в Вайкики? Очень много хорошего качества ХБ материалы. По очень-очень, просто даже со скидками, без скидок, доступным ценам. По 179 за две пары тепленьких штанишек. Потом смотрите, вот такой комплектик, да, к примеру, 249. Целиком комплект, это еще без скидок. Мы сейчас зайдем в отдел, где есть скидки, и там вообще будет просто вышка. Ну вот, допустим, юбка для малышки, такая классная, за 119, друзья, порядка 500 рублей. Вот как это можно совместить с такой интересной кофточкой. Просто здесь реально огромное количество всякого кайфа. Вот посмотрите, ну просто 59 рублей за вот такую красоту. Чисто хбшечка. Даже если ребенок ее полностью, там, не знаю, уничтожит, испачкает, то вообще будет просто не жалко. Вот еще, пожалуйста, один комплектик тоже со скидкой за 199. За 199 вот такой классный комплект.
Мы в прошлый раз купили малышке вот такие штанишки за 99. И к ним купили классную кофточку. Еще здесь, конечно, много всяких таких интересных детских вещей. И они реально выглядят очень симпатично и стильно. По 179 джинсики, футболочки. Вот еще одни джинсы по 129. Такая кофта тепленькая по 119. Мы взяли в прошлый раз такую вот жилеточку за 199. Ее более чем достаточно на зиму сейчас в Турции. Этой жилетки одеть под низ кофту теплую, и уже можно не переживать по поводу ребенка и того, что он может, не знаю, замерзнуть. 179. 149. В прошлый раз мы покупали вот такие вот по 69 бодики, ну, слипики, бодики. Вообще просто даже брали по 39 были цены. Вот такие комплект, вот такой комплект. Вместе сразу два костюмчика стоили, сейчас скажу сколько, вообще 84. 84, это просто ни о чем, сразу за два вот таких хэбэшных костюмчика. Потрясающая шубка за 149, господи, какая милая. Пижамы для девочек, всякие-всякие разные. Вот такой костюмчик мы тоже в прошлый раз купили малышке. Штанишки и кофточка за 159. Вайкики всегда меня очень радует. Причем этот бренд есть в России, он никуда не делся. Просто я не знаю, насколько он там популярен и цены такие же. Вот по 99. А в прошлый раз мы покупали вообще этот же самый комплект по 39. По 39, ребята, сегодня он 99. Да, немножко цены тоже пляшут, меняются, но ничего страшного, в этом нет. Так, что у нас? 99 такой новогодний комплект. То есть сейчас можно купить юбочка, штанишки и кофточка. И там, допустим, на следующий год уже быть с реквизитом для фотосессий. Самое время покупать. Сейчас новогодние, в том числе истории. Смотрите. Такой огромный стенд с различного рода платьями. Их просто здесь несчетное количество, еще вот здесь. И такие платья по 159 лир. Вот интересное решение, тоже платьишко с такой жилеточкой, 299 лир. Просто прелесть, мне так нравятся все вот эти вот воротнички. Вот эти вот чудесные, милейшие воротнички. Всякие сразу интересные варианты решения, как это можно одеть, пододеть и все остальное. Везде эти абажурчики. Просто прекрасно. Так, ну давайте еще раз по ценам, что у нас здесь. 169. Прекрасно. Так, ну обязательно зайдем еще в мальчиковое, на логичный отдел. Я покажу, что представлено у мальчиков. 169. Такая вот теплая курточка. Давайте кофточка. 179. Что есть еще? Такая красная, правда, новогодняя уже кофта. 169 со скидкой. Тоже пижамы всякие супер милейшие. Вот, пожалуйста, 99 рублей пижама. Ой, 90 рублей, лир, простите. 99 лир, то есть 400 рублей, в районе 400 рублей. То есть у мальчиков тоже вот, пожалуйста, по 79 лир. Вот такая вот полноценная кофта. Я на самом деле насытилась вещами для мальчиков, потому что у меня два мальчика первые, я покупала им тоже всякие красивучие вещи, в основном раньше в Next, и мне больше там нравились коллекции. Но сейчас мы покупаем им много всего в Вайкики, и нас устраивает и качество, и цена, 319 рубаха. Я пройду сейчас в отдел, где мы покупали товары для моих пацанов, им уже 6 лет и 4 года, и что именно мы им там приобрели и выбрали. Вот огромный еще стенд с нижним бельем. Так что на Заре свет клином не сошелся, да, возможно, взрослые коллекции это только Зара, а вот если говорить про детские коллекции, то почему бы и не рассмотреть вариант покупки в Вайкики детских трикотажей. 179 пижама, такую вот пижаму в прошлый раз взяли. Так, потом мне очень понравилась вот эта курточка, но мы в итоге выбрали другую, 459, она без скидки сейчас. Мы выбрали вот эти вот джинсы для пацанов, вот эти именно, мне очень они понравились. Мальчишкам тоже, вот, пожалуйста, 69, цена вообще. Что мы еще им прикупили? Сейчас, конечно же, на распродаже все вот эти вот новогодние опять-таки истории, если об этом позаботиться заранее, то можно купить очень выгодно сейчас. Так,
В общем, особо не вижу то, что мы здесь купили мальчишкам, мы им купили пулуверы, свитеры и купили им джинсы. Ну, это, опять же, девчачья уже вся история. В общем, очень рекомендую Вайкики, он есть в России. Либо вы можете заказывать это из Турции. Потрясающее качество, отличные модели. Ну, пожалуйста, за 139 лир джинсы на мальчика. Очень даже. Заканчиваю свой обзор сегодняшний. Я думаю, что вам было интересно прошвырнуться по турецким магазинам и посмотреть, что здесь представлено и по каким ценам, и как они торгуются в распродаже, по каким ценам. В общем, это отличный период для того, чтобы приодеть всю семью и про себя не забыть в этот период колоссальных скидок. Ну что, друзья, это видео подходит к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня со мной здесь. Мы побывали в трех магазинах. Это Massimo, это Waikiki, это Zara. В общем, оставляйте комментарии, какими вы брендами пользуетесь, несмотря на то, что они ушли из России, как вы их заказываете, как вообще вам цены на турецкие товары, и что понравилось, и знали ли вы когда-нибудь о том, что Waikiki – это турецкий бренд, и пользовались ли вы им. В общем, пишите обязательно все свои отзывы, мнения, мышления в комментариях. Это очень важно. Обязательно подписывайтесь на канал. Будьте с нами здесь и сейчас, потому что мы вещаем в моменте. Возможно, мы скоро уедем из Турции, и у нас будут новые локации и новые видео про то, где мы, что мы и какие нас ждут приключения. Всем пока, до связи!